опорный прыжок выполнять во второй половине. Это Владимир Вирский, Александр Погорецов, Юрий Крюков и Юрий Тихановский. Вот, собственно говоря, Тихановский прыгает сейчас, но мы смотрим за Приваловой. Это просто для меня, например, какое-то определенное открытие. Девочка еще вроде как о себе так очень громко не заявляла, но здесь все заметнее и заметнее она заставляет запомнить себя. Вы сейчас наверняка слышите аплодисменты, тем более, что и мы паузу в своих разговорах сделали. Аплодисменты эти относились к прыжку сальто 2,5, который исполнил Юрий Тихановский. И исполнил, надо сказать, очень неплохо, очень высоким оказался этот прыжок. И удачным достаточно приземлением. Да. Мы уже в 50-й раз, наверное, сейчас произнесем. Но все-таки произнесем. Приходите в Олимпийский, вы увидите все сами. Я, конечно, обращаюсь. Ой, Тихановского. Это со скок Екатерины Приваловой.